где-то там уселся. Хорошо смотреть, когда другие работают, да? А потом что-то слушать. А? Ну, съешь только семечку, пока не заказ. Хорошо? Так, чтобы Тёмик не видел. Спрячься. А то он только что полдник прошел уже свой. А вы сейчас... Потом обедать не будет. Качельки. Сёмя тут у нас катается. А Прохор вот воду унес. Папа наш тут косит. А мы балду гоняем. Дядя на крыше работает. Куда это ты лезешь, Сеня? Надо, да? Надо доски подметать будет потом. Папа, тебе как ноги мыть потом? Где помоют? Я тебя помою там. Скажу так и хоронить. Он идет к тебе. Расскажи, как ты докатился до такой жизни. Траву вырастил. Да? Что? Ничего не просрочено. Машинки едут. Козлы колотили на гвозди, да? Мама, какой гвоздь? 20-й? Да. Сеня, слазь, видишь? Аккуратненько. Прошу, я смузи просила убрать, чтобы он не видел. Нет, сейчас ты ему даешь. Ну, Прохор затихарился, да? Вот эти кучки, это все кроты, которые зимой разрыли нам газон, а мы так и не посадили. Вот. Ну, а здесь это лежал лес. Поэтому так по цвету даже отличается. Ему много сразу не давай, пусть он приходит, а то просто потеряет. Вкусного? Мама! Кто у меня будет грязнуля, а? И жопка замерзнет. Да. Да. Папа. Вставай. Папа. Вставай. Папа. Надо досточку, что ли, тебе принести? Сидеть. Всё. На голову. И больше ничего не надо. На голову не сыпь. Что? И лезь, лезь. Сёма, не надо тебе такое. Счастье у меня. Там в рот суну. Сунешь пальчики грязные, не надо туда, зубы лезут. Ну, как красиво улыбается. Дождик сейчас идет. Немножко. Что? Дождь идет немножко. Не поняла. Капли идут. Не? Маленький, наверное, дождик. Маленький, маленький, как Сёма, мы не слышим. Да. Да? Да-да. Не-не, нельзя. Сёма. Ёжика покажи. Ой, Сёма, Сёма. Недавно, кстати, Семёну купили новую тележку, кто не знает. Да, да. Иди погуляй, вон, иди. Иди погуляй. Где у Сени игрушки? Ну и качелька у него там еще. Где у Сени игрушки? Тачка. О, качелька. Давай катай. Когда он проснулся, мы пылесосили. Я была все игрушки убрать, так мы в его собирали, в этот фургончик с Семочкой, и раскладывали. И так он любит катать. Ой, не упала сам твоя машинка. Держи. Ну, надо учиться самому на этом кататься. Угу. Нет, тут опасно, надо держать, чтобы не развалить. Ну, ну, да. Ну да, он будет сам кататься, мы будем ржать, он будет так кататься. Ржать, да? Так, а мне на голос капнул. Ты вон мусора насобирал, без кепки ходил. Где кепка твоя? Там со второго этажа аж сыпется. Мама! О, надо! Сеню посадить. Простите за то, что сейчас было. Просто интернет.
бывает такое с ним. Оно просто вниз вверх идет. Это не очень... будет показываться на экране. Чуть-чуть дальше отойди. Не будет. Так, вот здесь вот наступишь сейчас. 42 недели. Ничего страшного. Все. Ребята, как вы думаете, какие у Симона глаза? Баба! Упала, да? Да. А вот наш дом. Наверное, сегодня закончат крышу нам крыть. Там поддоны папа снимает. Там вот наш дом. Там папа поддоны снимает. Если что, я приговаривал. Мама 20% обладок вылетела. Заставка. Там папа поддон еще раз снимает. Все, вылазишь уже? Да. Да. Вылазь, вылазь. Так упасть можно. Ребята, я вам сейчас загадаю загадку. А, Б. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Напишите в комментах. Нам будет приятно. И подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а нам приятно. Кушай, кушай сам. Голодненький. Прошку тебе дать? Здесь про поддон это забыл. Смотри, аккуратно. Это же досточка, тебе она точно не нужна. Папа. Я хочу сказать. Свои кольца с водой. Сейчас мама забыла, что у нее стояла на фото. Я надумала, что она снимала. Да. Я прихожу, типа, смотрю, у них ей говорю, а что ты на фото стояла? А она сама реально на фото стояла. Вот копают вот эти кольца. Сейчас. Тин-тин-тин. Будет хорошо, это уже сделано работа. У нас нету люка канализационного, нам покупать надо. Вот.